так и не поняла, что на Украине сегодня, на Востоке, реальная угроза гражданской войны. Антитеррористическая операция, так называемая антитеррористическая операция, превратилась в террористическую операцию, организованную властью против своего народа. Сегодня ночью в Красноармейске, в который вошел сформированный на частные деньги, туда были набраны так называемые «мирные» в кавычках активисты с Майдана с оружием в руках, просто откровенные бандиты. Назвали это батальон «Днепр», который, я подчеркиваю, финансируется на частные деньги, который совершает преступные вылазки на территорию Донецкой области и убивает людей. Сегодня ночью были убиты шахтеры, простые труженики, которые полегли от пуль бандитов. И это уже террористическая операция против своего народа. Второе. Вы почему-то не хотите признать, и я знаю почему, что на востоке Украины прошел плебисцит. Да, есть вопросы юридические, и можно спорить по поводу легитимности этого референдума. Но этот референдум имеет огромное политическое значение. Если даже вас, господин Турчинов, послушать, что проголосовало, как вы сказали, всего 30% населения Донбасса, то я хочу вам напомнить, что это 2,5 миллиона человек выразили свою волю. Это больше, чем прибалтийские государства. В любой стране мира 2,5 миллиона человек – это реальная сила, которой необходимо и должно прислушиваться к власти. Вы, которые были оппозицией, вы заставляли всю страну прислушиваться к десяткам тысяч человек на Майдане. Вы на весь мир говорили о том, что мы должны послушать десятки тысяч протестующих на Майдане. А здесь 2,5 миллиона организованно выразили свою волю. Люди приходили на избирательные участки, были составлены списки, сверялись паспорта. Это было реальное волеизъявление. И люди проголосовали. Не называйте их сепаратистами, не называйте их бандитами. Они голосовали против вас. Они не хотят жить в одной стране с бандой националистов. Они не хотят жить в одной стране, где до сих пор установлены баррикады, где продолжают орудовать неонацистские вооруженные банды, которые отправляются в карательные экспедиции на восток. Мы требуем немедленно прислушаться к мнению народа. Мы требуем остановить карательную операцию на востоке. Мы требуем немедленно предотвратить угрозу распада страны и гражданской войны. Сесть за круглый стол, провести переговоры. Иначе вы уже сегодня, господин Турчинов, Наливайченко, Аваков, вы будете отвечать лично за заживо сожженных людей в Одессе, за кровь, которая проливается на Востоке, за всех убитых. Мы не хотим жить в одной стране с неонацистами и с бандитами. Мы требуем немедленного перехода к дискуссии, к круглому столу и немедленных реформ по децентрализации власти, по разграничению полномочий между Киевом и регионами. Люди потребовали суверенитета Донецкой области. Люди хотят предложений. Дайте им предложение, почему они должны остаться в этой стране. Убедите их, что в этой стране населению юго-востока Украины будет жить комфортно. Убедите их, что эти правила будут для всей страны, а не будет диктат одной части гражданского общества в пользу другой. Такого не должно быть. Всем должно жить комфортно. На Востоке нет сепаратистов, на Востоке нет бандитов. На Востоке есть люди, которые хотят жить в своей стране. Поэтому еще раз, немедленный стол переговоров, немедленный компромисс и немедленная реформа Конституции. Спасибо. Шановні колеги, я хочу сказати пану Левченко, що фашисти – це ті, хто спарує животи патріотам, хто вбиває батьків на очах дитини, хто вбиває священника, хто викрадає щодня і катує людей. Це фашисти, яким ви аплодуєте і за яких виступаєте. І відповідати треба буде і вам також за те, що цих фашистів, які сьогодні катують людей на Сході, ви фактично привели до того, що вони взяли до рук зброю. Від економічного розвитку слово надається народу.